Всем привет, меня зовут Диана и вы на канале Firebug. А перед просмотром данного ролика, по традиции, я тебя попрошу подписаться на мой YouTube канал, если ты хочешь получить больше мотивационных, продуктивных, а также просто интересных видео. Сегодня у меня 1 сентября, поэтому я вам хотела заснять видео в таком влоговом формате, как я провела вообще этот день, что произошло и... как же я перешла в 9 класс, класс с экзаменами, в котором мне надо будет писать ДПА. Печаль. Не будем о грустном, у меня еще целый год впереди, чтобы подготовиться к экзаменам, особенно по английскому, математике и укрмою. Поэтому не буду вас нагружать плохими мыслями, если вы в 11 или в 9 классе, либо просто перешли в школу и у вас будут в конце года экзамены, просто наслаждайтесь этим временем. Ну а мы погнали к самому видео! Сегодня у нас 31 августа. Почему я прям такая счастлива? Потому что только что мне подарили... сейчас... кольцевую лампу! Я ее еще не собирала, но... кольцевая лампа вместе... со штативом. Боже, я об этом так долго мечтала, и... теперь мне наконец-то ее подарили. Сейчас я вам соберу и как подробно. Вот так выглядит мой штатив, кольцевая лампа. Тут есть даже зеркало. Вот такой штатив. А также к этой лампе прилагался вот такой пульт. Сейчас я включу на максимум, чтобы вы понимали, этим светом можно ослепить. А также можно менять оттенки цветов. И вот, как вы можете заметить, это видео я начала именно с кольцевой лампы. Боже мой, я безумно рада, что мне ее подарили. Огромное благодарство моей тете за то, что она мне ее прям подарила, и я этому прям безумно счастлива. Теперь у меня будут видео намного с лучшим качеством. Чтобы вы понимали, у нас линейка на 8:15. Я сразу же вылетела с дома, потому что я ничего не успевала и еле успела на маршрутку. Вот мой лук, это рубашка с рукавами и юбка. Так что вот так я выгляжу и лечу в школу, которая находится аж там. И мне сейчас надо за 5 минут догнать до школы. Я не знаю, как я успею. Пока все только начинается. Все, у нас уже на часах 13:30, я вышла со школы, вот уже иду домой наконец-то. Также у меня уже новый шарик, так как в прошлый я лопнула, назвала его Григорием. Я не знаю, сколько он у меня продержится, но первый продержался менее 3 уроков. Дальше нам сообщили много всего интересного, так как мы старшая школа. Теперь к нам будет еще три домашки. У нас нету теперь спаренных уроков. И поэтому домашки будет в 4 раза больше. А то в 5. Несмотря на то, что сегодня 1 сентября, все равно нам задали первую домашку. А именно по английскому это прочитать и перевести текст. Также там есть разные выделенные слова. И все равно их перевести, сделать с ними предложение, а также объяснить само значение этих слов. А также по истории прочитать параграф. Начало 9 класса, девушка. Thank you.
закончила. Вот только мне осталось несколько слов перевести, а также вписать в сами предложения. Но я хочу немного отдохнуть и заняться историей, чтением истории. У нас только сейчас она началась, к счастью, я не выкидывала тетрадку с прошлого года, потому что она мне понадобится сейчас. Ну а я пока убираю английский и занимаюсь только историей. Я еще не могу привыкнуть к своей новой кольцевой лампе, потому что я так в шоке вообще. Я завела на биологию вот такую тетрадку в 36 листов, но оказалось, что нужно вот такую, 96 на целых 3 класса. Я завела. Сейчас буду ее подписывать и переписывать в конспект нашего урока. Вообще не планировала полностью делать биологию. Я бы хотела сделать только часть. То есть тут на листочке... Плохо видно, но, короче, тут на листочке я записала задание, которое я хотела бы сделать сегодня. Это английский, история, биология, но не полностью. Не полностью именно биология. Но я все сделала. На часах сейчас 17:30. И я уже свободна. Теперь я могу просто заняться чем угодно, так как уроки я на все предметы уже сделала. Ну и, конечно же, на этом мое 1 сентября не заканчивается, так впереди меня ждет съемка, так сказать, окончание и начало моего видео. Сейчас я перевоплощусь. Вот такой образ у меня получился. Специально одела, опять же, школьную форму, чтобы, опять же, вам передать мои эмоции с 1 сентября. Ну, а я погнала к съемкам. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. Если ты досмотрел до этой минуты, тогда отметьте в комментариях, просто нажми плюсик или я был до этой минуты. Всем спасибо за просмотр, желаю вам хорошего учебного года, у вас все получится, все в ваших руках, вы все сможете. Спасибо, всем пока!